Приветствую вас, Иван. Я думаю, что решение относительно своей жизни вам нужно принимать самостоятельно, несмотря на кого-либо, в том числе на нас, на психологов. Вот. Я думаю, что вам нужно самому решать, как вы будете жить и что вы будете делать. Не очень это здорово, когда человек, да, вот, как-то, ну, ожидает помощи от, ну, от других. То есть не сам решает, да, проблема, а именно вот ожидает помощи от других. Мне кажется, это все-таки не очень хорошо. Вот. Поэтому здесь ситуация такая, такого типа. Но на что я рекомендовал бы вам обратить внимание? Ну, на то, что у вас, во-первых, женщины, точнее, то у вас старше, то младше, да, то есть тут как-то у всех женщин дети от предыдущих отношений. То есть такое ощущение, что вы здесь, знаете, как вот, не можете быть единственным, то есть вы выбираете тех женщин, у которых уже до вас были отношения. Вот. Я не говорю, что это плохо, и я не считаю, что у женщины не может быть отношений никаких. Вот, ситуации на самом деле бывают разными, это жизнь. Вот, но вот именно вот как-то в вашем, да, вот случае это выглядит уже в большей степени как, знаете, как что-то системное, да, как что-то такое постоянное, как что-то такое вот, что, ну, на постоянной основе происходит, и мне кажется, что есть в этом что-то сценарное, возможно. Вот. Если в этом есть что-то сценарное, да, то с этим нужно разбираться, потому что, ну, таким образом вы переносите на себя и на окружающих людей вот ваши сценарные паттерны. Вот, то есть это может быть связано опять же с вашей замкнутостью, да, вот с тем, как вы к себе относитесь, с тем, как вы к своим эмоциям относитесь, с тем, что вы обижаетесь, вот, то есть это такая вот, ну, позиция, это достаточно жертвенная и манипулятивная, как вы можете, наверное, догадаться. Вот. Это значит, что выстраиваются вы деструктивные отношения. Вот. Не говоря уже о том, что новые свои вот, ну, вот, отношения вы выстраиваете на такой достаточно компенсаторной системе. То есть это система, когда вы пытаетесь добраться в одних отношениях то, что не получается добраться, ну, не получается добраться в других, понимаете? Вот. А, значит, сошли в гражданском браке по сегодняшний день. Ну, гражданский брак — это сожительство, я думаю, что довольно-таки обманчиво называть гражданский брак по бракам. Вот, и я думаю, что довольно-таки обманчиво полагать, что ваша супруга является супругой, да, потому что это все-таки, ну, не совсем так, это не супруга, это все-таки сожительница, называть вещи своими именами. Вот, хоть это может быть неприятно для вас, но по
Okay. крайней мере, это честно. Вот. Даже если вам это неприятно. Вот. Поэтому здесь я надеюсь только на ваше, ну, на ваше благоразумие, скажем так. Потому что понимаю, что, может быть, вы просто откажетесь принимать такую позицию. Далее вы пишете, что вы ссоритесь с ней, ну вот со своей сожительницей вы ссоритесь. И мне кажется, это тоже такой довольно важный момент, да, почему вы ссоритесь, из-за чего вы ссоритесь, вот. Что мотивирует вас на то, чтобы ссориться. Вот, здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Вот, вы могли бы ее изучить и для себя какие-то вещи могли бы понять. Ну, я надеюсь, что могли бы понять. Вот. И если, конечно, вам это интересно, если, ну, если вас это интересует, естественно. Вот. У ссор есть причина. Так, значит, ругались, не понимали друг друга, а как жили тогда? Мне сын от первого брака 18 лет, собой смена 7 лет. Она по жизни все куда-то все время мчит как паровоз. Ну, это ее выбор. Вы же знали, что она вот такая. Получается, что как будто бы обвиняете ее, что несколько странно, на мой взгляд. Вот, поэтому да, она может быть мчит как паровоз, но она такая. Я же наоборот, как я говорю, мне для счастья немного не надо. Ну, с учетом того, что вы описываете, я полагаю, что вам не для счастья много не надо, а что вы не совсем удовлетворены просто собой и жизнью. Вот, к сожалению, это выглядит вот таким образом. Вот. Хотя вы, конечно, можете со мной не соглашаться, я как бы, ну, не ожидал, что вы со мной согласитесь. Но тем не менее, выглядит это вот таким образом. Вот, я надеюсь только, что вы ко мне прислушаетесь. Я такой, что обиду могу держать долго, молчаливо, эмоции не показываю. Замкнуть с этим можно работать, чтобы научить вас не держать в себе и вообще как более конструктивно выражать свои чувства, да, свои эмоции, чтобы не было, ну, не наносить вред себе и другим. Ну, опять же, при условии, если вы этого хотите, если вы этого реально хотите. Потому что нужно понимать, что от своей модели поведения, да, вы получаете, ну, какую-то выгоду определенную. И эта выгода, она будет вас удерживать в том положении текущем, в котором вы находитесь. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и просто, ну, не удивляйтесь, если возникнет что-то вроде сопротивления, да? Вот. Дальше идем. Так, значит, скажите, ссоры во мне накапливало. Ну, обменьте, чтобы однажды вы себе разрешили что-то.
И вот в середине февраля встретил девушку 19 лет, скромную, тихую, с маленьким ребенком 1 год. Я понял, что у нас не дача, рассказал ей, что мне 37 в гражданском браке. Ну, как я и сказал, вы не в гражданском браке, вы сожительствуете просто. Это не гражданский брак, это сожительство. Вот это все-таки, ну, все-таки важно этот момент понимать. Вот, ну а девушку вы, понятное дело, что это как компенсация такая у вас получилась. То есть тут ничего удивительного, ничего удивительного в этом нет. А, другой вопрос, что своей женой вы в позиции были догоняющего, судя по всему, и ну, ведущего такой вот, как бы это сказать, партизанскую войну, да, против своей супруги. Вот. Явно за ней не, ну, не поспевая за ней. Вот. То с этой девушкой, наоборот, вы можете быть лидером, вы можете быть как бы вот в позиции уже ведущего, и вас это, конечно, ну, конечно, вас это привлекает. Вас это не может не привлекать, это нормально. Но вопрос, опять же, то есть вопрос о значимости. Вот. А если для вас это значимо, то чем? Если для вас это важно, то чем? Вот. Ну и может быть вопрос еще вот такого плана, да, как вы относитесь к этой девушке, то есть, ну, что она для вас значит. Дальше. Она мне рассказала, что парень бросил уже полгода одна. Ну, вам, скорее всего, захотят ее спасти. Вот. Здесь как нельзя, кстати, уместно вспомнить треугольник Карпмана, да? Вот. Вы в этом треугольнике выглядите как такой, вот, знаете, спаситель, да, девушка выглядит жертвой. Вот. Значит, а ваша жена, она, соответственно, выглядит как агрессор такой. Вот. То есть она такая вот классическая, такая, знаете, злая. Вот. Такая вот история. Здесь это тоже очень важный момент. А дальше. Она так, общение завертелось, мы влюбились. Ну, что вы можете говорить только за себя, какое у вас чувство. С ней так тепло на душе, я разговариваю на разные темы, чего обычно не делаю. Ну, я думаю, вы чувствуете себя в безопасности, да, она вас согревает. Но это, ну, здесь опять вот своего рода такая нуждаемость получается в ней, а это может, ну, делать вас зависимым от нее, да, и в итоге подобная зависимость, она может создавать не очень хорошую ситуацию, особенно если учесть, что вы обидчивы, если вы склонны к обидам. Поэтому тут, конечно, крайне важно работать с собой, с личными границами, да. Вот, прежде чем устраивать отношения с девушкой, опять же, а что, если она там в итоге не такая тихая, как скромная, как вы там думаете, например, вот, что, если она там все-таки, ну, другая немного. Вот, то есть это все, на мой взгляд, вот, насколько вы девушку принимаете, да, такой очень важный момент. Вот. Дальше. Значит, так.
Вот вам тема, мне два противостояния, вернуться к гражданский брак, где все сложно, или же строить новые отношения. Ну, у вас нет гражданского брака, как я сказал, вы сожители, но вам действительно нужно разобраться с теми отношениями, в первую очередь, наверное, разобраться все-таки нужно с самим собой. Вам, да, вот, самому с собой нужно разобраться вам и уже потом думать, что делать дальше, потому что, что вы испытываете к своей жене, да, что вот, ну, такое долгое достаточно время вы с ней вместе, я думаю, у этого есть основания. Вот сейчас вы, не закончив одни отношения, да, хотите вот вступить в, ну, другие отношения, что, конечно, ничего хорошего для вас не несет. Но самое главное, что вопрос любви, да, вопрос вот отношения к, собственно, вашим партнерам, да, он остается открытым. Вот, к сожалению. Вот, поэтому тут такая неоднозначная сторона. Само противостояние, которое у вас не возникло, это следствие вашего внутреннего конфликта. Вот, это может быть даже страх, какой-то страх перед будущим, перед неизвестностью, вот это следствие, вероятно, недоверие себе, потому что вы не знаете, что с этой девушкой, боитесь, что, ну, что вы не будете счастливы, вот, а счастье, ну, понятно, что зависит от нее, да, ну, в большей степени зависит от нее, не от вас, а от нее. Это, конечно, проблема. Вот. Так что тут нужно смотреть, опять же, на эту ситуацию. А дальше. Родители этой девушки против, так, вернуться в гражданский брак, где все сложно, для чего? Строить новые отношения, для чего? Родители этой девушки против нашего общения, все-таки разница возраста большая, но ее это не пугает. Ну, опять же, вы пишете здесь про нее, а не про себя. Так, на тему возраста разговаривали, если вам не узнает, рассказал, что жизнь без прикрас, может, она еще не знает, что да как. У меня ничего нет, ни имущества, ничего. Ну, здесь, мне кажется, вы себя обесцениваете, ну вот это выглядит так, что вы себя обесцениваете, да, и боитесь отношений. Вот, ну, вероятно, это в какой-то степени могло бы, конечно, пролить свет на то, что у вас отношения не складываются, да, потому что вы себя обесцениваете, и вот только женщина рядом с вами тоже, судя по всему, начинает обесценивать вас. Хотя это, конечно, еще нужно поисследовать, да, это еще нужно, это пока только гипотеза, вот, но ее нужно подтвердить, либо будет новая гипотеза. Потому что, ну, причем здесь возраст, причем здесь имущество. Я думаю, она влюбилась из-за того, чтобы ее год назад бросили беременную. Снова вы себя обесценивали, ни с кем не общалась, так парень, ты отлично добрый, мы гуляли вместе, выгуливали собак, так и разговаривали. Не знаю, как мне поступить, чтобы что, что делать, чтобы что. Вот. Понимаете, Иван, ваш выбор выглядит так, как будто вы не знаете, куда вам приткнуться. Вот. То есть вот куда мне приткнуться, вот кому. И 100% гарантии нет нигде, что вы будете счастливы, что все будет хорошо. И из этого вы, собственно, ну вот, боитесь, да? Из-за этого вы прям вот
ну, переживает, собственно говоря. Ну так вы же понимаете, что если вот проблематика есть у вас, да, если сложности есть у вас, вот, ну, то девушка эти сложности вас не решит, никакая девушка. Вот. А вы именно что перекладываете ответственность сейчас. А вдруг это ваша личностная проблема, проблема страха, страха одиночества, может быть. Вот, ну, скорее всего, это страх одиночества. Вот, и именно в этом направлении нужно двигаться, вот, работать с вашими чувствами, обидчивостью и так далее. Ну, все это, опять же, требует времени, коррекции и так далее. То есть я не знаю, хотите ли вы этим, ну, заниматься или нет. Интересно ли вам это? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь, если будет такое желание.